Туристическая достопримечательность села Роги, бутафорский домик, построенный для съемок фильма «Молоко птицы», скоро может исчезнуть. Домик постепенно разваливается, и чинить его некому. В каком состоянии сейчас туристический объект увидела наша съемочная группа. Панорамный вид на Днестр и бутафорский домик для съемок фильма – это главные достопримечательности села Роги, из-за которых сюда едут туристы. И вот в ближайшее время одной из этих достопримечательностей может не стать. Речь, конечно же, идет о бутафорском домике. Он разрушается под воздействием ветров и дождей, а еще от человеческого фактора. Эти пробоины – это людских ног и рук дело. Домик постоянно атакуют вандалы. На стенах появляются надписи и автографы. Больше всего пострадал фасад со стороны реки. На нем не осталось живого места. Плотность вандализма на стенах этого хлипкого домика зашкаливает. Вот свежий автограф, оставленный в августе этого года Ниной Иварий. А поверх него еще один, более глубокий автограф, оставленный чьей-то рукой или ногой. Восстанавливать домик, скорее всего, не будут. На баланс его брать никто не хочет, так как придется вкладывать в ремонт немалые деньги. Судьба его, как бы, не знаем пока, как оно будет, потому что, как бы, взять ее на баланс или передать, как что, как строение, капитально нет, как временного, как бы, оно нигде. То есть, есть некоторые мои вопросы. Так что, как достопримечательность есть, ну, слава богу. Работники сельской администрации приглядывают за этой достопримечательностью, что могут, латают, убирают прилегающую территорию. После себя туристы оставляют кучи мусора. Такие мешки с мусора местные жители собирают регулярно после того, как здесь побывали туристы. Обрыв тоже завален бутылками, пакетами, но собирать их опасно. И вот непонятно, радоваться ли местным жителям, что сюда едут толпы туристов, или наоборот, грустить. Оставлю мусорку и есть. Ну, опять же скажу, здесь все подсознание. Каждый должен убираться за собой. Ну, мы за каждого же не успеваем. Кто-то оставляет, кто-то убирает за собой. В любом случае, мусор есть. Живописное место в Рогах и из-за туристов, которые мусорят, становится уже не таким притягательным. Любоваться природой в куче мусора не хочется никому, даже тем, кто этот мусор здесь оставляет. Юрий Зайц, Владимир Погоня, ТСВ.